Я даже не знаю. Они все собрались около моего дома. Это... В человека попасть можно, который вот так вот летает, ты понимаешь? С какой скоростью вообще? Спонсор этого видео — VRP-сервер Vanturna. Тут есть различные работы, группировки, ограбления банков. Если ты хочешь с комфортной атмосферой провести время, найти новых друзей, то ссылочка в описании. Всем привет, с вами Тесп, и мы продолжаем играть на PvP-сервере на карте Pay, где у нас носочки, где мы выполняем Battle Pass, и нам осталось убить одно животное. Battle Pass обновили, и вместо 20 надо убить 5, а я уже убил 4. Значит, мне последнее животное надо найти, и я, собственно, выполню. Награда — мотоцикл. Но чтобы мне взять этот мотоцикл, мне надо его загнать куда-то, ну, чтобы не потерять его просто так. Ух ты, ух ты, ух ты, а это кто такой у нас? Блин, это было очень фигово. Вот когда не разогретый зашел, и у нас тут еще кто-то стрелял сзади. Опа, опа. Я не убил его. Я не убил, не убил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же фигово на самом деле. Но у меня вершина, как бы, вот это у меня единственный плюс, то, что у меня вершина есть. Но там пацаны в очень хорошей броне. Ай! У меня есть мандаринки, я их даже не забиндил. Господи! Так-так-так-так-так-так-так. Он сам сдох. Хорошо. Твою убили. Лутом принесли. Это что такое? Зомби? Вроде бы зомби. Хорошо. Еще мандаринки. Вот это мне, конечно, подогнали лут. А тут у тебя что? Тоже мандаринки. Есть гранаты. Гранаты все потрачены. Пушки тогда забираем. Ну все, у меня пулемет, у меня еще плюс пушки. Это хорошо, очень хорошо. Но они, наверное, будут меня рейдить. У меня, как помнишь, есть вот эти вот гранатки небольшие. У меня их достаточно много. Их, опять же, надо складывать. Потому что, насколько помню, 100 гранат... Или даже 50... Не, 50. 50 гранат — это одна стенка. Но у меня тут все заполнено. Блин, куда мне вещи складывать? Надо будет накопить еще на один ящик. Так, немножко лут сложил. Надо дальше, дальше, дальше обязательно забрать весь лут. Но они не прибежали сюда, самое странное. Как бы времени уже достаточно прошло, но они сюда не пришли. Еще штаны 50% защиты поднял. Так что очень хорошие. Ребята мне дали старт нормальный. Так, часть пушек мы продаем, потому что ну столько пушек нам не надо. Чересчур у нас много. За них мы получаем 125 долларов. У нас на счету уже 475. Ящик стоит порядка вроде бы 1500. Но фармить, в принципе, реально. Нам надо убить животных. Животные сейчас наша самая главная цель. Жаль, вот этот вот пулемет, который я выбил, он не рейдит. У меня еще и магазин на 150 патронов лента. И было бы замечательно, я бы мог точно кого-то зарейдить своими гранатами и пулеметом. Но нет, он не рейдит. Ну все, погнали искать животных, они... Опа. Даже искать не пришлось. Тут... Опа, опа, опа. Тут еще у нас путь подвезли. Но с этой пушкой я уже побегу. Гранаты у нас есть. Это все за сейм обязательно. Хилки, прицел. Да, неплохие. Берем, берем, берем. Вот и животное. Значит, у нас уже есть мотоцикл. Я не убил, походу. Я не убил живот. Все, сейчас, подожди. Я понял, по крайней мере, откуда меня завалили. Сейчас быстренько он меня пойдет лутать, я его убью. Так, взял пушку. У меня всего-то 23 патрона, но думаю, мне хватит. Блин, так ящики поставил, что приходится постоянно их открывать. Так, где-то тут он меня должен облутать. Опа. Опа, вот и он. Вот и он у нас идет хорошо. Где-то в этом поле сидит. Я уже жду, наверное, секунд 30, то не выходит. А вот, все, нашел, нашел, нашел. Неужели меня заметил? Двигаться так очень подозрительно. В поле зашел, и вот я пошел обходить. Если он меня обходит, то я буду обходить в ответ, так что это со мной так не пройдет. Блин, он меня, походу, увидел. Он должен был меня спалить, но он не спалил, походу. Следующее дерево. Отлично. Вот это очень хорошо. Сейчас он должен быть очень сочный, потому что я долго его вдолбил, и у него, по идее, очень хорошая броня. Да-д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 а. Красный сет. Это сет, это... У-у-у. Так, он даже 1000 долларов потратил, что ТПшница. Я тоже так сделал однажды. Это очень затратно, и больше он так не сделает. Замечательно. Он очень переживает, что он просрал этот лут. Он очень переживает. Хоум, сразу же хоум. И забираем все, что можем. Все, что можем. Это все нам пригодится. Вот так, вот так. Пушки, все патроны. Ну, в принципе, да. Там гранату мы не взяли, но это ладно, ничего страшного. И как бы вот эти М18 гранаты, это вроде бы вообще дымовые гранаты, и не так страшно. Патроны, можно за ними вернуться, в принципе.
Фух, хорошо, что я заметил, что он ко мне, около меня появился. Это очень надо быть внимательным, когда лутаешься. Блин, а? Вот этот вот сет красный, это самый топовый сет. Где он? Сколько он дает брони? 75% защиты для Санты. 75, на секундочку, все по 75. О, я-то думаю, что я его так долго убиваю? А вот у него из-за чего получается. Вот дал бы мне убить животное, я бы не пришел к тебе. Так, у него еще вот такая вот пушка. Господи, запасных магазинов нет, я так понял, да, только один. Ну ничего, мы его зарядили на 100 патронов, нам их этого хватит вполне. И дальше будем раскладывать лут. Итачи. Так. Так, секундочку, это что такое? Это уродная абортача. Я опять Мадара ее вспомнил. Так, продаем пушку, около моего дома вообще какая-то толпа бичей собралась. Так, мне надо как-то выйти аккуратно. Так, он, получается, всех убил. Хорошо. Выскочу на мужика. Погнали. Ой-ой-ой. Так вот он. А тут отдачу, кстати, побольше, чем мои пушки. Вот это надо, да, привыкнуть. Блин, ну она разносит. Есть граната, есть патроны, есть горелка. Есть куча хилок. Хилки забираем. Хорошо. И пушки мы продадим. Еще какая-то броня хорошая. Мне кажется, если был бы квест на убийство, я бы всех поубивал. Я пишу. ТПА. Оп, стоп, братан. Это, я пишу ТПА, а не ТПХ. Двое... Дадим каждому по мандаринке. Спасибо. Пожалуйста. Это что такое прибежал, пока мандаринки раздавал? Понятно, какие они у нас мирные, совершенно не мирные. И патроны я потратил неплохо так. Ну благо броня просто дефает неимоверно. Ну, не знаю, пушки надо все забирать. Так, еще кто-то пришел. Войди сюда, иди сюда. 22 патрона у меня, кстати, маловато. Вот так вот я очень много убиваю. Так, это моя хата, ко мне не лезьте, пожалуйста. Вот так вот, значит, и доверяю рандомным людям. Вот я решил не убивать, вот просто на секундочку, ну бомжи бегают, решил не убивать. А он мне кулаками начал тыкать, кулаками в спину. Так, с продажи вещей $145, еще получается $500, 400 даже. И мы, собственно, поставим еще один сейф, а он нам очень нужен. Так, снова прибежали. Не хочу палиться, что это мой дом. Не хочу, вдруг зарейдят на следующий день. Не хочу. Так, бензопилу забрал. Мне надо будет сделать гаражик небольшой для моего дома. Немножко порубить придется. У меня же ПНВ у этого Санта еще встроенный. Ладно, пока они ушли, я буду рубить деревья. Пока есть небольшая передышка. Я понимаю то, что лучше строиться из металла, но... Нет у меня сейчас столько металла, и не получается перерабатывать. Я все продаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока рубил деревья, за мной пришли. Так. Отлично. Что у тебя за пушка была? Почему без пушки? Не понял. А где пушка? Ну ладно. Да будет свет. Ура. Хотя бы так, на самом деле, хотя бы так. Ты понимаешь, какая ерунда? Очень сложно строить дом, когда около тебя все бегают. Но я поэтому и построил тебя тут, потому что тут очень будет хардово. Так, у нас тут тусует. У тебя есть друг? Ну, полюбасу есть. Блин, что ж вы все сюда идете? Немножко петард еще взяли. Надо рубить деревья. Это приоритет сейчас. У нас в городе стреляет, но нам сейчас не до города. Все с ручником. Немножко еще срубил. Надо апгрейдиться. Так, ставим. Так, с этой стороны у нас заезд получится очень фигово, на самом деле. Ну, ничего, мы разберем. Вот и пушка, кстати. Миними! Миними, подожди, миними же рейдят. Если я не ошибаюсь, миними же рейдит. Или это другой пулемет рейдит. Но миними вроде бы вот один или этот пулемет, или М249, он рейдит. Опа, отлично, у нас голосование на день прошло. Ура, наконец-таки. Пивар есть, стенки. Заезд у нас будет вот с этой стороны. Так. Стенок не хватает, что логично. Проем у нас есть гаражный. Блин, там у нас чувак бегает на ферме. Так, и дерева у нас хватает. Вот так вот, конечно, я все это же хочу апгрейдить металл, в очень хороший металл, но для этого нужны ресурсы. Так, отлично, последнее дерево, то, что мне надо. И сейчас, получается, еще надо сделать ворота железные, и все, мы все, получается, сделали. Так, ворота мы ставим.
потолок я тоже сделал, закрываем и все. Сейчас можно 100% забирать байк. Погнали потиху. Но для этого надо опять же найти животное. Ну погнали, я там где-то корову видел, я думаю, она где-то там тоже будет обитать, какую-нибудь корову или свинюшка, что-нибудь еще. Всего-то одно животное надо найти, это несложно. Ух ты, а их... Опа, а вот это вот я не понял. А, давай тогда животное еще собьем. Ё-моё, они даже не понимают. Блин, а там их толпа. Это, походу, те ребята, которых я убил. Иначе патроны надо зарядить. Их животное надо все-таки убить. Отлично, все выполнили. Отлично, да. Задание 2 выполнено. Так. Они возвращаются. Один по полю бежит, один там. Ну, вряд ли. Блин, ну я такой красный, конечно. Меня заметить очень просто. Они перестреливаются друг с другом? А нет, они кого-то там убили. Так. Вот ляжем. Походу заметил, да, откуда я стреляю. Ну ладно. Так, вот они убегают. Хорошо, давайте, убегайте. Этого убили. Надо позишн менять. Они, походу, поняли, откуда я стреляю. Я сейчас на горочку заберусь. Хотя бы какой-нибудь хайграунд взять над ними, и все. Так, блин, животное мне, конечно, спалили. Отлично, а это стоги сена же ломаются, это ж вообще кайф. Все, мы их убили, у них должен быть очень вкусный лут, если они убивают всех и рейдят. И посмотрим, что они там у нас приготовили. Понятно, что у следующего, понятно. Ну да, это все у нас на продажу пойдет. 1375, кстати. Да, куча всего на продажу. Ну что ж, у нас сейчас мотоцикл должен появиться, посмотрим, как у нас вообще... Ой, испугался. Посмотрим, что мы с ними прокатимся обязательно. Но пока что домой надо засейвить лут. О, у меня тут гости. Все, покупаем сейф, должен стоить 1500, да, 1500 потратили, хорошо. Но это то, что надо, вот такие вот сейфы, это очень выгодное вложение. Так, что за движение? Секундочку. Там что я увидел? Где-то тут, вот у нас. Убиваем всех бомжей, и нечего тусить в моем городе, не знаю, потом, вот бомжи были, вот видели, какие у нас бомжи были, которые меня в спину кулаками пинали, не надо мне таких. Я понимаю, что среди них могут быть добрые, но рисковать не хочу. Погнали на дорогу, посмотрим, что это вообще за мотоцикл такой, проедемся хотя бы от аэропорта, посмотрим. Ой-ой-ой, от аэропорта. Тихо. Да, если бы я туда погнал, то встретил бы этого чувака, который бы меня на раз-два просто... Он мою топовую броню так быстро убил. И ко мне еще в спину кто-то подошел. Ну, вот это хорошо, если сейчас среди них будет файт, это очень хорошо. Значит, такая ерунда. Я слышу какого-то челика. Возможно, меня еще встретят. Так, закройся. Так. Ага. Вот у нас получается парнишка тусит за деревом. Будем знать. Отлично. Вот это лут мне очень пригодится сейчас. Главное, чтобы меня не... А, ты что? Ты не, не засейвил его, надеюсь? У теста я забрал вот эту вот пушку, которая у меня... Она разносит даже самую топовую броню. 75% защиты. Меня просто за секунду снесли. Да, он засейвил мою топовую броню, походу. Что, ты меня кемпить будешь? Так, засада была, что ли? Носочки принесли. Хорошо, носочки то, что надо. Дверь открыта, ошибка, дверь открыта, но вторая-то закрыта. Так. Смотри, заходит. Лутайся. Я даже не знаю, они все собрались около моего дома. Да. Что такое? Он меня узнал, что ли? Я Санта. Ты чё? Ты просто... Он меня узнал, а я ничего не говорю, вообще-то я не понимаю, как он меня узнал. Ты что, ты меня узнал, что ли? Да узнал, ну скажи честно, узнал. Ну скажи ты, что узнал, ну ты ж узнал меня. Он говорит, да, но одно. Какое но? Он знает, когда я захожу.
Да, все, он меня узнал. Ну что, дружище, тогда знаешь что, отдай тогда кому-нибудь другому вот это вот то, что ты мне дал. Все, не буду, вот будет просто мозолить мне глаза и занимать место этот пулемет, и я им пользоваться не буду. Я хочу выбить сам, не хочу, чтобы мне давали лут, так неинтересно. Надеюсь, меня этим резить не будет, иначе вообще будет забей. Так, у нас, кстати, ящик заполнился, 4 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 28. Получается, вот еще один такой ящик, и можно будет зарейдить кого-то. Я, собственно, хотел прокатиться, к сожалению, теперь без брони у нас получится прокатиться. Ёшкин кот, ты меня так пугаешь, конечно, около моего дома тусует. Будет строиться около меня, походу. Забираем награду. Так. И вот он. Случайно мотоцикл. У меня какой-то полицей... А, это... Ничего. Ёшкин кот. Это что такое? Только не туда, они меня убьют. Господи. Ты вообще понимаешь? Он летит. Он еще и летает, можно сказать. Просто разгоняешься и летишь. Это что такое? Нормас. Так это просто, я не знаю, на нем можно всю карту облететь за секунд 30, мне кажется. Просто посмотри, где тут кто кого зарейдил, посмотреть, какие дома, просто все облететь за секунды. Ё-моё. Очень здорово, конечно. Надо быстренько загнать к себе. Максимальная скорость в районе 136 км в час. Ой, сейчас будет... Ёшкинко, смотри. Опа! Опа! Просто боком полетел. Ё-моё, а вообще в человека попасть можно, который вот так вот летает, ты понимаешь? С какой скоростью вообще? Ё-моё. Так, я уже дом свой пролетел. Блин, а я ж не заеду. Или заеду, сейчас надо попробовать аккуратно. Могу залететь на самом деле в дом? Так, 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 так. Ну давай, заезжай. Так это вообще мотоцикл, он заезжает куда надо и как надо. Паскуда. Паскуда, подкараулил, подкараулил, подождал. Ну, по крайней мере, я засейвил то, что надо. Сейчас мы возродимся и покажем ему то, что не надо так делать. Должен быть где-то... Опа. Опа, опа, опа. Вот он нас тусует. И там у нас еще бедолаги подходят. Давай, высунь, высунь свою головушку. Я хочу тебя попробовать дать хедшотик. Но не высовывается, он сидит. Он просто сидит. Ёшкин кот. Аккуратно, аккуратно, ты меня испугал. Так, 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 пускай он забайтится. Так, 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 смотри, 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 смотри. Что это? Что вот это вот было? Это вообще не пушка. Что это? Мне кажется, только с ближней дистанции можешь что-то сделать с него. Ёшкин кот, ты что, меня взорвать решил? Сейчас тот чувак, да. Или это он, я не знаю, мне показалось то, что... Нет, это вроде бы нет, не он, я убил нормального, кого надо было. Блин, там еще чувак подходит, беда. Эта пушка, короче, ее вообще не жалко, я ее даже брать не буду. Это надо в какую близь вообще? Ты никогда в файтах не получишь такую ближнюю дистанцию. Ага, хорошо, они, судя по всему, сменили дистанцию, и тут никого не будет, да? Ага, не будет. Будет. Вот так вот держи. Отвлекающий маневр. И тому надо. Вот так вот. Хоть это и для рейда, но ничего, мне не жалко. Вот так вот. Отвлекающий маневр их просто в ступор вводит, как будто глушает. Они вообще не понимают, что происходит. Ну, с каждого там понемножку. Они на самом деле не такие уж богатые. Самый богатый, наверное, будет последний. О, да. Это явно, что он очень богат. Вот почему он так сидел. У него пушек просто миллиард. Чё ж ты их не продавал? И патронов очень много, что хорошо. Эти все патрошки мне пригодятся. Продолжение следует. Ставьте обязательно лайки, чтобы оно вышло как можно быстрее. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Удачи, друзья, и до скорых встреч.